aperte, izvinite. Aperte? Aperte, aperte. Aperte, ne slujam. Лучше дать руками кому-то, что ты знаешь, что он нуждается, чем все, что... Ты, если ты молишься в этот бет-кнесет, ты молишься там, ты иногда покупаешь мицву там, от этого мицву, что ты покупаешь, дай им, от этого мицву, что ты покупаешь. Если там молишься каждый раз, вот там, что мы даем цдака, поставь цдака там пару копейки. Но если хочешь дать какую-то сумму цдака, лучше дать кому-то руками, что ты знаешь, что он нуждается, дать ему руками. Мы сегодня, нам нельзя верить никому, нам можно только верить, только люди, что мы знаем, что они хорошие шлихим, они отдаст кому надо, или вы знаете, что прямой он нуждается, дать ему. Цдака дать не еврею можно, но меасер, конечно, нет. Меасер должен быть чистый меасер. Это уже, цдака это уже твои деньги. Но меасер это Бога деньги. Бог тебе ставит меасер уже в твой зарплату. Твоя зарплата должна быть 4000, Бог тебе уже ставит 4800, 5. Что ты от 5000 ты дашь меасер, у тебя остается 4. Не-не-не-не, меасер надо дать опять. Есть пара дороги в меасер, есть уровень меасер. Меасер так, вы можете отдать кому-то, что вы знаете, что он, например, делает зхут арабим, какой-то раввин, что он делает чува. Тогда ему, что он купит этот книги, купит этот что-то, и... или дать ему и сказать ему, делай, что я тебе, например, ставлю на твой шей, и мой меасер на твой шей, ты сделай что, все, что надо. И он, если он честный раввин, чистый раввин, он, Барух Ашем, идет прямо в нашу жизнь, он сделает правильно. Он даст кому надо, что надо, как надо. Педьон Абен, это надо делать важную вещь, это без этого ребенок будет запутанный весь его жизнь. Коэн, и надо там пара, там табаот шел кесеф, сумма отдать ему, и он должен его как делать браха казалось. Это Педьон Абен, это надо делать, как ребенок родился, надо делать. Но если он уже взрослый, и он уже должен делать себе это. Это насчет Педьон Абен. Если женщина, она родила ребенок, и он первый, только на первый ребенок делает Педьон Абен. Если есть дочка, и потом мальчик не делает. Если у нее был в животе уже ребенок, и он не остался в животе, и потом она родилась, это уже не делает. На первый ребенок, что у нее в животе есть, и он родился сын, делает Педьон Абен. И это важно и обязательно делать. И это только с Коэн надо делать. И у кого есть на это вопросы Педьон Абен, я вам напишу длинный ответ, почему, как, для чего, а где, с кем и сколько. Мы делаем на первый раз. Это хуже, чем все. Это хуже, чем все. Чем первый вариант, который... Да, почему это хуже, чем все? Потому что ребенок уже не... Его дети не евреи уже. Если он еврей, она не еврейка, его дети не евреи больше, все. Чтобы они стали евреи, они должны сам прийти к этой религии, сам, когда будут взрослые. Да. Тетя, за ошибки кто-то должен заплатить. Ну, вы женщины, вы обязаны только один раз в день. Если вы делаете три, Бог Хашем, вы... Делай минха. Минха не получилось, делай арвит. Жалко. Это очень большая, очень высокая молитва. Амида, особенно амида. Мы не должны все там читать, но особенно амида. Женщины, вы должны один раз в день амида. Женщина, что не делает полчаса в день, час в день, התבודדות, разговаривать с Всевышним, она не знает, какие вещи она прозевает в жизни.
какие чуды в жизни она позывает, какие чудеса, что Бог хочет с ней делать, она позывает. Нету сладкий у Бога вещь больше, чем эта вещь, что сын или дочка, особенно дочка, разговаривает с отцом. Знаешь, у меня есть мальчики и девочки. Я говорю, правда, я Бог очень люблю всех. Но когда моя дочка ко мне приходит, это не похоже на мальчики. Мальчики пускай пойдут к их немат. Да, я их люблю, это, конечно, это мой... Но когда моя дочка ко мне приходит, я уже не я. Это и моя старшая, и моя большая. Как она один раз моя жена сказала, я тебе нужна, у тебя твои девочки, это хватит. Но если она меня там не любит, это хорошо. И знаешь, когда моя дочка со мной, я на кровать, ну у нас кровать у евреи, кровати по отдельно. Потому что это нехорошо, что мужчина спит не на его комнате, так кровати по отдельно. Так что моя дочка ко мне приходит утром, наши двери там всегда открыты. И когда моя дочка приходит утром ко мне в кровать, она приходит, целует руку, папа, бокер тов, доброе утро, ну, идем в школе. Она ко мне приходит, она со мной 20-30 минут на кровати, так знаешь, как хорошо это. Чувство, что есть, как отец к дочке, это чувство, что он... Я не могу вам объяснить, особенно я, что я люблю очень детей. Я очень с детьми, я никогда в Москве не сделал урок для детей. Но в Израиле есть урок один раз в месяц для детей. И много места, что я делаю для детей, так учим их, сказки такие. Я с детьми, это другой ронин. Это другой ронин. Дети – это дети. Особенно дети, что наши дети, что не знают Шма Исраэль. Я сижу с такими дети, не знают, что это Шма Исраэль. Они знают Имах Шимо, кто это Эрцель, кто это Бен-Гурьон, Жабутинский, все они знают. Кто это Раби Шимон, Раби Акива не знают. В Израиле что учат в школе? В школе учат, кто был Эрцель, кто был тот, кто был Гольда Мейр. Все эти звери против нашей религии. А кто были наши матери и отцы, их не учат. Их не учат. Благодарю. Сколько времени мы уже как знакомы? Ну как? Не, скажи число. 29 апреля. Это уже год пошел, что мы как знакомы, да? А? Не помнишь. Я помню один вещь, что не могу забыть. Что я сидел с вашей дочкой, и там ее помощь. Я как няня, да? Сидела, да. И я вам обещал один вещь. Что если вы сделаете чува шлема, вы увидите, потому что тоже, как вы объяснили, врача и таблетки сказали, что это идет, будет хуже. Я вам сказал, что ваша чува сделает так, что она будет лучше, но его шерош, в жизни его шерош. И я уверен 100%, что у тебя в жизни год прошел, но я уверен в жизни 100%, что вам внутри стало легче. Да, это труд, это трудно так жить, но у тебя внутри стало легче. Почему? Потому что ты стала верить, ты стала учиться, ты стала молиться, ты стала разговаривать с Богом, ты одеваешься скромно, ты взяла на себя косынка. И Бог Хашем, ты не такая, что как много одевают косынка на урок, потом идут домой, снимают и все. Ты одела косынка, и ты косынка не снимаешь. И я уверен, как я уверен, не потому что я вижу вещи или чувства, я уверен, потому что это написано в нашей Торе. Что женщина, что она закрывает ее волосы, ее красота, и она увидит покой. Тоже если у вас не было покоя, и тоже сейчас есть труды, я уверен 100%, что вам стало лучше. Как ваша дочка? Громко было ваше. Ну, это как будто было вчера, что мы увиделись на гостинице. Время проходит быстро. Да, последние вопросы. Вопросы постели, да. Да. 120 лет, что он жил, Раби Акива. От 120 лет, что он жил, 40 лет он не учился Тора, он не знал читать ничего.
после что он умер, родился Рамхал, Раби Моше Хаим Луцато. Раби Моше Хаим Луцато жил 40 лет. Ровно 40 лет. И Раби Акива его могила тут, Раби Хаим Моше Луцато тут, метр полтора. 40 лет, что Раби Акива не учился Тора, Раби Моше Хаим Луцато подчинил его 40 лет. В жизни надо починить, надо исправить. Если вы не успели сейчас, придет и опять, опять садик, опять это, опять тот, опять там, опять АБГ, опять школа, опять любовь, опять красота, опять парикмахер, опять свадьба, опять ребенок, опять это, дать ему молоко, дать ему то, опять 70-80 лет труды, страдания. Не кончается. Не, хас шалом, фотографии евреи не должны ставить. Хас ве шалом. Фотографии это было тут. Там уже нету лицо, нету ничего, хас шалом. У нас? А? Израиль только кавказский есть на камень. Только кавказский. Ну, у нас это совет. Дальше написано, что нельзя написать число, номера. Только рождение, и когда умер, когда это, ну, когда человек умер, его только на иврит, на наши, нельзя написать их число. Не знаю, Соня, моя сестра, у вашей брат и бабушка нету там ни фотографии, ничего. И Бог Хашем быстро мы пришли, нашли. Когда человек хочет найти кого-то, он находит. Когда ты молишься, найти кого-то ты найдешь. Это все молиться. Тоже дойти, тоже поехать на это место, потому что это так было высокий веш. Сколько яцера было. Как мы хотели выйти, один ребенок упал, должны были пойти в больницу. Как мы хотели другой день пойти, кто-то что-то стало в Рамбам, в Хайфа, мы поехали. Всегда яцера, и как каждый день хотел ехать, хотел. И что стало, молился Бог. Тоже такой веш, что он как будто маленький, что это поехать, это 50 минут поехать, да. Да, правда, нету много времени, но это для нас это важно, для нас Соня важна, это для нас сестра наша. И что стало? Стало такой вещь, что кто-то умер утром, и мы пошли на его кладбище, на его это похорон. После этого мы сказали, все, яцера сейчас не может на нас, мы отсюда идем туда. И как мы зашли, Баяркон, Гуш, Хелька, место, так, 2 минуты нашли. И это все потому, что молились. В жизни ты не можешь достать ничего без молиться. Молиться, молиться, молиться. Наша сила – это молиться. Эстер все сделала наоборот, как молилась. А коль Яков, я дай меде Эсав. Наша сила – это в нашей род. Тейлим сами хорошо. В шаббат тейлим сами хорошо. И книги Рав Яген. Сегодня это день Рав Яген. Сегодня Рав Яген – это его йорцайт. Сегодня Рав Яген йорцайт, что «Схута Рав Яген, таген баадену, амен ваамен».